Итак, дорогие мои друзья, сегодня запишу специально для тех, кто хочет получать оплату из-за границы в Россию в сложившихся условиях, в сложившейся ситуации. Это у нас 2022 год. И кто хочет переводить из-за рубежа в Россию, вот такой вот я нашла сервис, называется Perfect Money. Можно даже биткоинами сюда переводить. Какой смысл, да? Как происходит? Как получать все-таки оплату через Perfect Money, да? Как через этот сервис получать оплату? Довольно-таки известный сервис в своих кругах, особенно в инвестиционных. Снимаю и разграничиваю для персоны А и для персоны Б. Видео будет интересно, чтобы понятно было, что мы делаем, что творим. А то я посмотрела видео и не совсем понятно, да, как вносить и для чего вносить деньги. Оказывается, что нам нужно. Персона А. Этой персоне надо оплатить услугу какую-то, да, например, персона А находится в ближнем зарубежье, а персона Б в России, предположим. И надо оплатить услугу персоне А, а персоне Б получить, естественно, оплату за эту услугу. Смысл в чем? Что надо на Perfect Money зарегистрироваться. Вот есть регистрация всем, и персоне А, и персоне Б. И, например, регистрируется персона А. И все те, кто здесь зарегистрированы, они между собой могут проводить оплату. Это не тот сервис, который позволяет, ну, например, с карты на карту, да, переводить. Откуда-нибудь там, да, из PayPal на Сбербанк. Хотя такие сервисы тоже есть, я их сейчас покажу. Просто там драконовские проценты, назовем это так. Здесь же проценты, если аккаунт будет верифицирован, ну, то есть подтвержден, что вы нормальный, адекватный человек, хороший, состоятельный, благожелательный и так далее. Подтверждаете аккаунт после его создания, и все, у вас будет хорошо. Давайте все по порядку. Для регистрации, ну, тут понятно. Все об этом говорят, пишем имя аккаунта, пишем свое имя, все, что с красными звездочками, заполняем. Конечно же, тут персональный выбирайте. Тип аккаунта, чтобы как-то все-таки поменьше светиться. Пароль вы или придумаете, или вам предложат придумать. Код картинки. И правила довольно-таки понятны и известны. Я ознакомился и регистрация. Это такие самые стандартные регистрационные данные. Как только вы зарегистрируетесь, вам придет письмо с вашим ID на вашу почту, которую вы здесь указываете. Обязательно точно и правильно, пожалуйста, указывайте индекс, город, страну, адрес проживания в своих настройках. Потому что, когда вы будете верифицировать аккаунт и его подтверждать, любые расхождения могут заблокировать ваш аккаунт. Поэтому как следует подумайте, да, какой аккаунт вы заводите и что подтверждаете. После регистрации придет ID. ID, пожалуйста, отдельно куда-то себе записывайте, копируйте, вставляйте в отдельный файлик. Вы можете войти в Perfect Money. Вот ID мне прислали. Обязательно будет капча. Капча будет каждый раз. Так нужно, так важно, и это, ну, как двухфакторная аутентификация. У нас появились такие зоны, как клиентская зона, мои счета. В чем суть, скажем так, счетов, да? Для чего нам нужно знать, в какой валюте у нас счета? Для персоны А, которой нужно оплатить услугу, персона А, например, находясь где-нибудь там, что в Германии, что в Казахстане,
переводит деньги со своей карточки, да, с какого-то счета, из какого-либо банка, ну, например, в долларах. И оплачивать персоне Б за какую-либо услугу может в долларах. А персона Б, в свою очередь, вот отсюда выводит, получив также на счет в долларах, она тоже может вывести, ну, уже, например, персона Б находится в России, может вывести в рублях. Как все это происходит? Персоне А, для персоны А сейчас рассказываю, зарегистрировалась персона А и хочет, например, ну, уже как-то оплатить услугу, и надо ввести деньги вот на сервис. То есть буквально со своего счета в банке персона А свои деньги вот сюда вот включает. Есть специальный сайт Best Change, обменник. Ссылку прикреплю. Тут даже можно в биткоинах ввести и вывести. Есть куча карт. Есть даже PayPal, вот с PayPal, например. Ко мне довольно часто клиенты обращаются, у них PayPal, а PayPal в России больше не работает. Как можно перевести? Выбираете, отдадите, например, отдадим через PayPal, вводим для персоны А на Perfect Money, да, чтобы пополнить Perfect Money. Персона А у нас сейчас работает. Было бы великолепно, если бы мы сразу зашли, да, и перевели сразу... Например, персона А со своего PayPal переводит напрямую персоне Б на Perfect Money. Было бы просто великолепно, но нет. Ничего простого в этой жизни нет. Пока вот это все только для персоны А. Только на свой Perfect Money, со своего PayPal на свой Perfect Money. Выбираем, что мы тут хотим. Нам выдали два сервиса, через которые происходит обмен. Персона выбирает, каким сервисом будет пользоваться, вводит везде свои данные, везде все вписывает и меняет. Ну, это, например, здесь, да? Например, мы, если выберем что-нибудь другое, если, например, в Казахстане находится персона, пытаясь оплатить услугу персоне Б, и завела персона свой Perfect Money, Каспий банк, например, самый распространенный популярный банк. Ну, вот персона смотрит, Каспий банк, в Perfect Money перевести. Самые топовые у нас находится вверху обменники. Это тоже сервис. И, в общем-то, это сервис по подбору сервисов. Best Change – это сервис по подбору сервисов, что можно, например, из Каспибанка перевести в Perfect Money. Жмяк сюда. Все вводим. Все только со своей карты. Только на свой счет для персоны А. Вводим. Таким образом, переведя, да, воспользовавшись вот этими сервисами, таким образом, персона А у нас пополняет свой счет в евро, в тенге, в долларах, ну, в чем хочет. В принципе, у нас сразу можно и из тенге там в доллары, да, перевести. В общем-то, так, это у нас карта регистрации. В общем-то, здесь появится, да, сколько у вас долларов.
Теперь поговорим про верифицированный аккаунт. Мы заходим в настройки. В настройках здесь будет вся информация, чтобы верно отображалась улица, верно отображался адрес, верно отображалась почта и телефон, потому что будет проверка. Верифицируем аккаунт, мы уже в настройках. Понятно, что мы зашли в настройки. Понятно, что мы уже можем здесь нажать управление верификацией. И сюда загружаем файлы, которые от нас потребуются. Вот тут я отправила на верификацию то, что меня попросили. Для верификации имени паспорт, водительские права, для верификации адреса. Ну, какой-либо платежный документ, квитанцию, чтобы там адрес совпадал с вашей фамилией, именем, где вы именно живете. После того, как вы пройдете верификацию, перевод будет с комиссии 0,5%. Если вы не подтвердите свой аккаунт, такой вот верификации комиссия будет 2%. И когда вы будете заходить, когда персона будет заходить, да, мы про персона до сих пор говорим, когда вы будете заходить вот сюда, чтобы на Perfect Money все закинуть, вы будете понимать, что перейдя на какой-нибудь обменник, вы будете переводить сумму с учетом 0,5%. Например, надо $100. А у нас тут 100. Здесь введем $100. Угу. И добавим 0,5, да, 0,5. Мы узнаем, сколько тенге надо перевести, чтобы вот этот процент, он у нас не съелся, да? То есть понятно, что мы переведем сумму, если тютелька в тютельку ровно, то нам остальное, ну, не хватит для оплаты, да, для персонала не хватит для оплаты, и все остальное уйдет на проценты. И, естественно, нужно еще, конечно, в чем минус Perfect Money, он стремительно не верифицирует аккаунт. То есть надо подождать. Если регистрация проходит довольно-таки быстро и уже можно обменивать деньги, то без верификации, без подтверждения это будет дорого. Поэтому тут, помимо того, что зарегистрироваться, ну хорошо, сервис быстро регистрирует, но верификация проходит долго. Это вот пока единственный минус, который я нашла в Perfect Money. И теперь персона пополнила свой счет валютой. И у персоны Б есть тоже счет на Perfect Money.
Персона Б – это та персона, которая у нас пытается получить оплату, да, получает оплату через Perfect Money. Для персоны Б все также аналогично заполняется, также регистрируется, также верифицируется аккаунт. Но теперь персона Б будет ждать оплату от персоны А. Как это сделать? Персона А нажимает на внутренний перевод. Нажимает на то, чтобы отправить, и добавляет ID аккаунта персоны B. То есть предварительно персона А, имея свой ID аккаунта, она должна знать свой ID аккаунта, и персона А должна знать ID аккаунта получателя, да, персоны B, тот, кто пытается получить оплату. Здесь мы вводим ID аккаунта, имя получателя. Персона Б также должна сказать, ну или прислать эти данные, как все-таки она записана в системе, чтобы аккаунт и имя получателя совпали. Имейл свой, телефон, факс свой. Все. Тут, в принципе, по инструкции, по линии других внутренних разговоров нету. Напрямую все переводится. И дальше уже персона Б рассказывает, да, этот сервис смотрит с другой стороны. Взгляд уже у нас, назовем так, с другой стороны. Что для персоны Б здесь надо? Персона Б заходит в свой аккаунт, смотрит, что есть, что пришли деньги на счет. Что дальше делает персона Б? Получив оплату, переходит на тот же самый Best Change, выбирает, что она хочет отдать. Отдать она хочет, где у нас здесь? Отдать хочет. Отдать хочет Perfect Money. И перевести хочет это все. Ну, например, Сбербанк. Та-дам! Вот они, обменники. По текущему курсу. Даже с калькулятором. Зная, сколько денег лежит на счету в Perfect Money. Мы там, например, вводим $30. Учитывать комиссию. И, например, вот. Сюда зайдем, давай рассчитать, да? Ага. Вот у нас доступные под $30 вывод сервис. Отлично. Здесь все точно так же. Все регистрации. Персона Б проходит все эти регистрации и выводит деньги уже на карту. Также здесь есть особенность, которую можно, в принципе, посмотреть, поюзать. Так это то, что здесь можно вывести на визу или на MasterCard. Вот в рублях, например. Давайте в калькулятор $30 введем. Учитывать комиссии. Рассчитать. Вот, например, можно перевести. Вот есть сервис. Выбираем какой-либо сервис. То есть понимаем, что мы здесь сразу на карту, да, переведем. И тут наверняка будет тоже сервис, где мы вписываем, где персона Б вписывает номер карты, название банка, и все это вписывает. В принципе, итерационный процесс вот такой. Регистрация персоны А и персоны Б на Perfect Money.
Персона А оплачивает услугу, персона Б получает оплату. Персона А вводит деньги на Perfect Money, переводит внутри. Персона Б, получив в Perfect Money деньги, также их выводит. В принципе, вот и все. Ставь лайк и подписывайся.